Женщина по городу на Порше Панамера, а мужчины обсуждают, типа это так и есть, что она на даче с мэром, с прокурором на пленэре, на курортах с депутатом отдавала типа честь. А у женщины в машине представительского класса, как всегда в столичной пробке, время есть повспоминать, чтобы на тачку заработать, ей вещей различных массу в разных позах, в разных странах приходилось совершать. Насосала пылесосом домработницы в Париже, навыгуливала в Риме местным гражданам собак, напилила педикюров в Тель-Авиве аж до грыжи, наготовила в кафешках хайфы, хумус и форшмак, наклонялась на плантациях тюльпанов Амстердама, подметала во Флоренции метлой их ренессанс, намассировала туркам спины потные в хамамах, навоспитывала деток в семьях области Прованс, прошагала пол Европы, так как наши в 45-м, не боясь любой работы, занимаясь всем подряд, в общем, трахалась прилично, только проще и понятней сделать то, о чем мужчины вслед ей громко говорят. Рядом в пробке с ней мужчина, в идентичной с ней машине, на завистливые взгляды окружающих плевал. Представительный мужчина в представительской машине вспоминает очень гордо, как свой статус добывал. Насосал из госбюджета, нахватал из госпрограммы, напилил из разных фондов, из кредитов наглотал, откусил от госзакупок, намутил по хитрой схеме, ну и для самооценки чью-то собственность отжал. На пленэре с прокурором, на курорте с депутатом, в клубе, в сауне, в борделе, с кем он только не бывал. Он подмахивал министру, он подмигивал гаранту, он под каждого ложился, ну и каждому лизал. Он по духу европеец, он у Форбса где-то в топе, европейских убеждений у него не перечесть. Только было бы логично, если б где-нибудь в Европе он за эти убеждения отдавал бы типа честь. В общем, думайте, ребята, вот условия задачи. Мы их выше изложили и хотим найти ответ, кто из этих двух героев нашей острой передачи в результате проститутка? Ну а кто, ребятки? Нет.